Болгарка живучая просто до невозможности. Друзья, всем привет! Хочу показать вот эту болгарку в работе. Вот эта знаменитая фирма. Мощная 230-я болгарка, 2600 ватт. Модель, сейчас покажу, вот она. ДВЕ4599. Ну, вот вы видите все на шильдике. Кому не видно, нажимайте стоп-кадр и разглядывайте. Достаточно мощная болгарка. Сейчас будем пилить бетон. Вот этот диск бошевский. Бетон мы будем спиливать вот эти вот небольшие, короче, не зашедшие до конца сваи, потому что грунт не пускает их забить дальше. И нужно подпилить. Вот. И вы сейчас посмотрите, как она работает. Здесь смотрите, какой мощный шнур у этой болгарки, 4-метровый резиновый. Болгарка тяжеленная, конечно же. Клавиши включения вот так вот, смотрите, вот сюда раз, вот это отгибается и нажимается, вот, вот так и держится, вот так. Ну, это фиксатор, можно включить и зафиксировать, вот она будет вот так вот. И отжать можно, не нажимая. Антивибрационная система здесь, вот видите, она не бьет в руку. Естественно, она, короче, тоже сделана, собрана в Китае, но на официальном заводе. Много раз повторяюсь, там все говорят китайщина. Так правильно, китайщина, то она, ну, американская китайщина, да, в Китае просто фабрики. Также и в России есть фабрики по производству Volkswagen и всяких там Kia, Hyundai там, да. И от этого эти машины не стали русскими. Также и здесь вот американский инструмент, он и остается американский инструмент. И вы сейчас посмотрите, прекрасно поймете, какая вам нужна болгарка для мощи. Правда, это дорогущая болгарка. Итак, смотрим. Друзья, это была болгарка DeWalt, вот такая вот мощная, с диском по камню, по бетону. Резался бетон, вы все видели наглядно. Мощная дурмашина, мощный аппарат в реальных рабочих условиях. Так что ставьте свои оценки, подписывайтесь, будем очень рады. Всем пока!